Доброе утро! На календаре четверг, 27 октября 2016 года. Цифра дня по нумерологии 19, а цвет дня, усиливающий вибрации этого дня, в красных и алых тонах. Любой успех не может быть долговременным без усердия и прикладывания, конечно же, усилий. Поэтому поднимайте выше планку, все ваши идеи и цели вполне достижимы. Долгосрочные проекты дадут результат в скором будущем. Это день активных действий, когда можно начинать новые дела и новые проекты. Все возникающие сегодня вопросы лучше решать незамедлительно и сразу. Умение слышать мнение других принесет вам двойной успех. Вечер очень хорошо завершить водными процедурами. Берегите себя и будьте удачливы!